Смелое инженерное решение и производство, которое уже вошло в историю, а теперь выходит на новый уровень. Самарские металлурги отмечают профессиональный праздник и показывают, до чего техника дошла. Модернизация на предприятии продолжается. Ход работ сегодня оценил временно исполняющий обязанности губернатора Николай Меркушкин. А лучшим сотрудникам и ветеранам производства вручил награды, в том числе почетный знак трудовой славы. Как закаляют характер и алюминий, увидел Виталий Портнов. В цехе шумно и жарко. Здесь производят алюминиевые полуфабрикаты, профили, трубы, панели, ленты и многое другое. Изделия этого крупнейшего металлургического предприятия используют в ракетостроении, авиации, наземном транспорте, нефтяной и пищевой промышленности. Очень мощный завод, развивающийся. В этом году будет более 700 миллионов рублей вложено в модернизацию. Проблемы, естественно, есть. Проблема это связанная с конкурентоспособностью с европейским предприятием, но пока все, что делается здесь на сегодня, это обеспечивается. Но, естественно, надо сейчас постоянно модернизировать все, что можно, автоматизировать и делать все, чтобы мы были в этой отрасли, как и когда-то очень давно, были абсолютными лидерами. Заказов много, объемы производства растут. Сегодня на предприятии работает больше 3000 человек. В день металлурга глава региона поздравил с профессиональным праздником и наградил лучших. Владимир Барбаш за самоотверженный и долголетний труд, он проработал здесь 33 года, получает знак трудовой славы, а вместе с ним и премию 140 тысяч рублей. Хочу поздравить вот с этой большой на самом деле наградой человек, который руками, головой, мастерством делает очень важное дело. Это такое признание за мой скромный труд, конечно, я очень благодарен. И руководство завода, и Николаю Ивановичу Меркушкину. Медали, благодарственные письма, подарки и поздравления тем, кто свою жизнь посвятил одному предприятию. Особое внимание ветеранам, героям соцтруда. Мы сегодня увидали, что этот завод многое делает и может сделать еще больше, что нужно нашей стране. Сейчас помочь надо металлургам и нашему городу, и может многое развиться в городе, и рабочие места, и все, если будут использовать новые виды алюминиевого проката. Есть программа развития, есть проект, и мы уверены, что через несколько лет мы сможем с вами похвалиться и другой продукцией, которую мы будем делать здесь, и которую не делали, возможно, до этого. Поэтому нам действительно есть чем гордиться в этот праздник, нам действительно есть с чем смотреть вперед, с уверенностью и с надеждой на будущее. Дорогие наши металлурги, от всей души, всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам дальнейших трудовых успехов, счастья, здоровья. Хочу, чтобы у вас достаток и тепло было в ваших домах и мирного всем нам неба над головой. Спасибо. Виталий Портнов, Александр Ерофеев, Новости губернии.